был сегодня на встрече общественности по поводу административно-территориальной реформы. У меня есть свои предложения. И встретил Нину Ивановну. Оказывается, у нас есть много организаций, в том числе частных, которые занимаются формированием успешной личности, здорового общества. Вот короткое интервью. Нина Ивановна, вот тут на визиточке написано «Тренинговый центр «Отец и сын». Что это у вас такое за центр? Это имеется в виду международное движение «Отец и сын», и я провожу тренинги, открыла тренинговый центр. Меня очень беспокоит проблема воспитания детей, и в частности воспитания сирот. Я мать-героиня, я вырастила 6 детей, и я увидела, что у нас вообще потерян авторитет отца в Украине, по этой причине сиротство процветает. И процветает сиротство также и социальное. У нас социальных сирот по статистике сейчас больше, чем сирот, которые потеряли на самом деле отца и мать. И поэтому я открыла, сейчас являюсь президентом международного движения «Отец и сын», и хочу достучаться до родителей, которые имеют детей, и пока они еще их не потеряли, чтобы они могли дать правильные принципы воспитания. А для этого этот центр и существует. Прежде чтобы родители учили детей, нужно учить самих родителей. Ну, это по сути очень коротко. А в интернете вот вашу фамилию, да, тренинговый центр, и можно будет найти ваш сайт. Да, Нина Герцен-Гречана, я также провожу тренинги, я провожу онлайн-конференции. Онлайн-конференция называется «Ценность тренера». Это та же тематика, почему мы теряем в своей жизни, причина, что мы теряем, потому что мы не имеем наставника, мы непослушные, мы не спрашиваем совета, а если даже к нам кто-то что-то советует, мы не прислушаемся к советам взрослого, здравого человека, который уже имеет опыт и так далее. То есть я эти онлайн-тренинги провожу, онлайн-конференции. Меня можно увидеть в Ютубе. Хорошо, ссылочки в конце ролика будут даны.